Осталась ты в казенном доме со своей подругой, с любовным свиданием с королем со светлым и с крупной неприятностью. Какая-то прогулка вечерняя с неприятностью. В голове пустые хлопоты, неприятный разговор. Также казенные хорошие хлопоты, ревность, злость, ну, душевная болезнь. Сердцем у тебя поздняя дорога, на сердце печаль, слезы, крупные деньги, неприятность. В стороне осталась встреча при поздней дороге. Веселый разговор, неприятность. До свидания. Написала, что я, вот я собираюсь выйти замуж и все. Мы с мужем ездили на свадьбу к сыну, так украли пиджачок от костюма с вешалки. Утром пробудились и... Пиджаками. Поехали на свадьбу, спраздновали свадьбу. Мужчин с такими животами, сколько сейчас хочешь. Видишь, ты его на бедно думаешь, господи, как ты его таскаешь-то? Как подружок его слушаешь? Вот, пожалуйста, муж шофер, сама тоже невелик инженер. Пожалуйста, дача и машина. У меня тоже дача, сами все сделали. Теперь пьяниц нет, вина нет, водки нет и пьяниц нет. Да есть пьяниц, но не очень много стало. Меньше стало пьяниц. Это зоотехником работала в одном колхозе. Парень приехал из Вологды. Ага, познакомились, а он на станкозаводе работает. Женились, и он ей оттуда и влез. А потом еще разорили. Еще разорили. Да, знаешь, что есть. И этот, нет. Ничего не стало. Шестерка. Восьмерка. Шестерка, там восьмерка. У меня не было ни девочек. Мне все говорят, что помощницы не вырастила. Я говорю, почему я, мол, девочек нет? Я говорю, кто-то козырный кинул. Парни, девки будут. Кройте. Да. Ты что? Туз? Привет. Блин, ну все. Все, хватит, друзья. Не нападайте. Давайте, иначе будет ходить по дозу. Ой, господи, вот лукавый понес. Капуста, рубль килограмм. Огурцы когда-нибудь были, вы скажите, соленые, 5 рублей. 5 рублей килограмм. Вы никогда не били. Мама это померла, так брату 2 года осталось. Я сама старшая, четверо у нас было. Слава Богу, все вышли. Только что работали, так вот. Мозоли не сходили. 300 быков уже как корова языком слезала. Раньше люди были добрее, уже и в высоте, во всем. А сейчас все богаты, правда? Разговаривать не хотят. Я вот осталась, а мужа взяли, как говорится, в это. А я вот с Кузой была. После его 10 дней ходила, родила дочку. Если я кормов не привезу. Вернулся, шестую родила. А теперь что? С одним ребенком. Вот если я сделаю 10 рейсов в поле за Соломой. И все устали, все не могут. Это мне нужно 60 раз одному выскочить из трактора, подцепить. Я вдовела, работала всю жизнь. В колхозе работа же тяжелая была. И голодом, всяко. По 3 дня даже кусочка во рту не было. После войны. Трудно же было, 47-й год к вам придешь. И веселый, все песни перепоем. Годы большие, да. Если 85 лет, да. Какая баба? Тут еще. Отпраздновал. Понимаем, мы все понимаем, сам колхозники понимаем, что врут. Подберут таких. Партийные до всех, кто боится сказать, и им покажут, а те скажут. А кто не боится сказать, меня не посудят, я не боюсь. Меня не посудят, и не было хорошее, так хорошего не стало. Муж рано трагически умер. Осталась с ребенком одна. Тут второй раз вышла замуж. Муж неплохой, живем хорошо. С ребенком нехорошо. Мой был не ранен, он бы жил. Врач сказал, говорит, до 100 лет бы жил. Ну, ранение было в живот. И то много жил. Все, пожалуйста. Тоже войну прошел. Тоже войну прошел, понимаете? А он говорит, даст, аж палатка задрожила. Поднимаются, склады рвутся. Заброшены. Наши склады. Где-то после обеда. Не верится, что это то место, это страна, которая корабли в космос посылает. Люди никого. Не дают хлеба. Не дают. Вот.
тебе буханочка, и больше ты не возьмешь. Называли, что мало что осталось. Я имею в виду, хорошего. Сначала было, понимаешь, в 18-м году, тут большой голод был. А потом в 26-м тоже, ой, видимо, бедные бабушки тоже. Муж рано умер, потом сама заболела. Ты не видел? Это под конец, значит, все это сказалось. Танк, это ракета, охраняет часовые. Вот приходит часовой с начальником караула и проверяют. 9, 9, 9. Но все равно я верю вот именно в то, Со солдат ракет надо охранять. Господь Бог, нет, вот. Все равно, пусть это, серьезно. Понимаете, мне кажется, это ход истории. Просто мы задержались, нам, как сказать, кто-то, наверное, подножку поставил. Задержали нас, но мы не можем, завоевав, вы понимаете? И вдруг не прийти к тому, к чему получается? Ни Бог, ни царь, ни говорю, честно слово, ну, пусть не я, дочь моя, не потребует, ну, хотя. Наверное, чтобы все зависело от одного человека, прекрасно, чудненько. Наша страна выбилась передовой. При Сталине, а что, разве было плохо? Страшно будет такое, это ну вот можно в сельском хозяйстве сделать, чтобы все зависело. Лет через 20, вот то же самое будет, что вот сейчас, понимаешь? Ну пускай ему после смерти. Мы же уже довели страну до ручки, все, дальше уже некуда. Мы все поняли, что дальше уже некуда. Сколько прорех, сколько там нужно, просто что-то одно не получается. Да, вроде бы Советский Союз, это такая страна-то большая, все, все там возвышено, все. Все, кто сколько может наберет, кто сколько принесет, все на своих плечиках. Мы питали и голод, и холод. Все. В 32-м году голодовка была, в 47-м году, вот после войны уже пришли, этот голодовка была. Ему все это просто. Так хорошо на фермах. Но это все ли так? Чистота, порядок. Да. Вот так ходят кружки-то. Дорог нет хороших. Школ тоже хороших нет. Далеко все. Школа у нас средняя за 20 километров. Унизили деревню. Ну как это? Осенью надо ходить пешком. Как не было. Как? Раньше было все рентабельно. Все люди этим же кормились, этим же питались. Не продали руководители все это. Только дай возможность, не волю, возможность дать, чтобы помогли. Мне кажется, что... На три человека этот руководящий, так я же как его обработаю? Говорю, что где же его не обработать? Мешали, и то он добился. А если бы ему не мешали? А если бы другим не мешали? Ну, резали, до чего, резали, еще колхозник руки резали. Нечем работать заниматься. Не работаю, сижу, гляжу, все перегляжу, все вижу. Что несправедливость. Да? Потому что начальство много разделось. Начальство получает деньги дурные. Получил карман и пошел. Трудно сказать, что ожидается. Учиться тоже не пришлось. Войну жили, что нигде ничего не было. Так остались неграмот родители. Не выучили. Так и прожила. Напридумывали, напридумывали, да. Бог я знаю, что сам черти разберет. Снова в черви, друзья. Запутайся, кто он такой? Генератор? Не, ну понятно, они сейчас больше разбираются в музыке. А сейчас в вузах смотришь телевизор. Я говорю, до чего мне это надоело? Смотришь этот ящик, уже все передачи, от начала до конца. В голове у тебя казенный дом. В этом доме неприятная какая-то встреча. Нельзя так давать. Также в голове удар из-за известия, из-за какого-то. Дам, там никаких не видно. Вы же не хотите мне. Женщин надо беречь. Если утеряешь свою подругу жизни, и годы пройдут, там уже не найдешь той подруги. Никогда не найдешь. Так что, даже пример взять с голубью. Я живу с дедом двое. Что делать дома? Скотины нет, никого нет.
Это уже все давно было, все забыто. Радостей мало было. Больше горя было, чем радости. Так вот. Много. Если говорить так. Много. Да. Слов не хватит. Света на нас. Сам делает. Хватит. Залезай с ним спать. Thank you.
еще раз повторяю, здесь все строго по местам. Что все? Тогда занимайте свое место, я вас очень прошу. Очень. Подавитесь под это место. Да при чем здесь подавитесь? Вы бы сразу сказали, что это место... Ну, вы увидели свободное место, вы на него сели. Бог ты мой. Дали слово мне. Все люди приходят строго по местам. Вы кто здесь не первый раз едет? Я первый раз вот еду по этой дороге первый раз. Не заняла чужого места. Больной ногой с вагон села, в который билет купила. Совсем обнаглели. Да я не могу больше с вами разговаривать. Если говорит зеленый, значит мы едем. Если красный, мы же кнопки здесь не нажимаем.